Привет, 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 господа, а также дамы, снова Морж, снова Beast Inside, 9 глава. Ну что ж, восьмерочки я побегал по шахте, пополучал по лицу киркой много-много раз, было достаточно интересно. А значит, сегодня в этой серии я снова возвращаюсь в настоящее, переходим к детективу. 9 глава. Поиски злоумышленника обратились к кошмарам. Эмма утверждает, что я пропадал в лесу 6 часов. Что еще хуже, кто-то вломился в мой кабинет и украл телеграммы. Погнавшись за вором, я раскрыл ужасную правду. Советы. Чертова СССР. За нами давно следят. Им известно все, каждая мелочь. Чем дальше, тем запутаннее. Мне уже начинает казаться, что Николас совсем не был сумасшедшим. За каждым его шагом тоже следили. Конечно, и тоже Советский Союз еще не созданный. Судя по всему, в то время. Ну погнали, погнали. Текс. Где я? Бля, кто вообще? Вау. Ну, господин без головы. Я на дне какого-то ебучего колодца. Как мне отсюда выбраться? Так, я пристегнут, господин без головы. Напоминает похмелье в Вегасе. Типа просыпаешься такой. А ты в колодце, а рядом с тобой господин без головы. Ладно, есть нож. Какой-то он слишком большой, по-моему. Ну, вариант логичный. Режем руку. Ну. Ага, много нажимать. Окей, окей. Все. Минус рука. Ну, этому господину уже как бы ничего не повредит. Наверное, к его голове тоже был кто-нибудь пристегнут. Как бы я не против. Текс. Есть очень удобная фигня с камнями. Наверное... Ага, явно надо бросать. И явно надо вот туда. Ну давай бросать. Опа. Сейчас мне по лицу камнем должно было прилететь. Так, по цепи можно подняться, наверное. Ну полезли, полезли. Выбраться из колодца. Пока все изички. Пока меня даже ничего не пугает. Хотя в детективных сериях обычно ничего и не пугает. Только чертова КГБ. По-моему, сейчас я обратно долбанусь. Не-не-не, уцепился. Представляю, как на самом деле нереально уцепиться за колодец, потому что... Ё-моё, я не ту кнопку нажал. Ну, как раз порассуждал, как трудно лезть по колодцу. Ну, прикиньте, оно там все вот этот мох, ил. Оно ж скользкое, звездец. Ну, то есть руки бы соскальзывали там. Если бы сухие камни, еще ладно. А там явно какие-то говняшки. Я надеюсь, мне сейчас второй раз руку не придется пилить. Или придется? Текс. Не, мне придется только кидать камень. Но я так хорошо с первого раза попал. Сейчас, блин, хрен попаду, чувствую. О, так, камень, камень. Опа, нормально. У меня с баскетболом проблемы. Я больше футболист. Можно ногой камень пнуть? Да ё-моё. Сейчас реально быстрее по голове прилетит камнем. Опа. Нормас, нормас. Так, главное вовремя нажимать QTE. Полезли. Следим, 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 какую клавишу. Ну, давай, ломайся. Ломается. Левая. Нет, не левая, правая. Нажал правильно, произнес неправильно. Давай, 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 давай. Оп, еще раз. Оп, еще раз. Оп. Давай, 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 вылазь, вылазь, вылазь. Я не хочу еще раз убиваться. Потому что смерти в детективном режиме это зашквар. Ладно, еще в хорроре. Там хотя бы киркой по лицу и все нормально. Но так умирать. Не. Не вариант. А как меня интересно туда спустили-то? Ну ладно. Я думаю, с этим мы разберемся потом. Ключи. От автомобиля. Хотя, от наручников? По-моему, так ключи от наручников не выглядят. Я не часто бывал в наручниках. Ну, пару раз бывал. Нужно поскорее вернуться к Эмме. Так, а куда бежать-то? Куда бежать? Так, вот такие оранжевые кусты точно можно прорубить этим мачетом. Оно у меня вроде есть. А здесь что, ничего активного, ничего интересного? А, ну типа в дом. Я был в этом доме, и меня сунули в колодец за домом. Ладно. Осознали, пришли в себя. Пошли дальше. Я там в подвал, да, спускался? Там был этот... Трупс. Там был труп.
Проходим, проходим по салону. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Опа. Чё-то мне не нравится, надо бежать. Потому что, блин, оно такие хрени любят обваливаться. Насколько я далеко от дома? Да, ну, думаю... Понятия не имею, короче, насколько я далеко от дома. Но здесь есть цивилизация, видите, заборы кто-то строил. Значит, есть люди, можно покричать, например. Хотя тогда злостная КГБ меня найдет. Так, Эмма дома одна, нужно поскорее к ней вернуться. Ну, хорошо, но, блин, она тупенькая, она, может, даже не заметила, что меня нет. Она прям вот реально тупенькая. Так, доски ломать, это я уже умею. Вроде ничего. Вроде ничего, ничего. А отсюда как? Я ж убьюсь тут, наверное, или нет? Вроде нет. Идти надо сюда, или по белым заборам, или по красным заборам. Так, Tower туда, Chapel, Firewatch. Firewatch, как это я понимаю, вышка. А вон фонарик чей-то. Надо подбирать. А, не хочешь подобрать? Тебя не напрягает? Ну, типа, даже никакой реакции не будет там, типа... Лежит фонарик, с чего бы это? А, ну, правильно, я вот мимо этого колеса бежал, когда этим сканером что-то там искал. Я уже сам не помню, что я искал. Вот, кстати, есть какой-то домишко. Но мне, наверное, сюда не нужно. Мне надо вот туда, через мост. Здесь бродит маньяк, а я оставил жену одну дома. Надеюсь, с ней все хорошо. Так, маньяк или агент КГБ все-таки? Или агент КГБ автоматически маньяк? Не знаю, просто вот мне, как русскоговорящему, сложно воспринимать вот эти все приколы КГБ там, ну и так далее. Наверное, на западном рынке это хорошо заходит, хорошо продается. Так, есть машина шерифа. Кстати, уродская машина какая-то просто. Ну, хотя у меня еще более хреновая. Так, Эмма! Эмма, куда она подевалась? Жена, жена, ты где? Жена, может, ты на втором этаже? Жена, жена. Нету жены. Заперта. Может, в туалете сидит там, ну не знаю. Жена, жена, нету. О, есть жена. Чего она в окна постоянно втыкает? Эмма! Он снова приходил! О боже, какая ты страшная вблизи. О, на этот раз. Погоди, что с тобой стряслось? Ну, как сказать? Я поскользнулся и упал в ручей, все в порядке. А еще там был колодец и труп, я ему руку отрезал. Он вернулся, понимаешь? Он сегодня никак не оставит нас в покое, и телефон не работает. Главное, что он не причинил тебе вреда. Но он мог. Смотри, что я нашла. Ну и что ты нашла? Это типа твоя фотка? Боже, прости, нельзя было оставлять тебя одну. Ты встречался с шерифом? Ты встретился с шерифом? Он, нет, мы разминулись, но я нашел телеграммы. И представь себе дневник, о котором я тебе рассказывал. Какие мне волосы ужасные. Дневник. Дневник Николаса. С его помощью я смогу их расшифровать. Осталось только найти недостающие страницы, и тогда... Опять ты за свое, нас хотят убить. А тебя волнует только работа. Почему ты совсем не думаешь обо мне? И нашем ребенке. Я думаю, постоянно. Тогда придумай, как обеспечить нашу безопасность, сейчас же. Скоро все закончится, обещаю. Блин, по-моему, от нее валить надо. Понятно, она будет матерью-одиночкой, но США ей поможет, у них хорошие социальные программы. А я готов продаться КГБ. Эмма вся на взводе, ей бы успокоиться, нужно узнать, чем занимается шериф. К счастью, ключи от его машины у меня. Ага, то есть у него к ключам от машины были пристегнуты ключи от наручников? Я же говорил, ну, блин, не могут быть ключи от наручников такие. Ну, типа, давай смотреть. Оп. Текс, есть бумажка. Так, а че он сразу... Под руль ныряет. А, или это типа пролезть. Он так и не успел написать тот доклад. Тот же человек, что превратил нашу жизнь в ад, отправил его в мир иной. Читать. Полицейский отчет. Эмма Стивенсон, адрес заявителя. А, ну это моя жена. Проникновение в жилище. Подробности происшествия. Ну нет, это не очень интересно. Мне надо вращать. Во. Так. Вот же черт. Тут говорится о тех событиях, о которых Николас писал в своем дневнике. Выходит, он ничего не придумал и не приукрасил. Жаль, что я узнал об этих легендах только после приезда.
Дополнительные комментарии. У дома семьи Стивенсонов довольно колоритная история. В 50-х годах 19 века в шахте неподалеку произошел несчастный случай. Как минимум несколько человек пропало примерно в тех же местах. Когда было найдено тело одного из пропавших, обвинения пали на некого Джекоба Хайда, совладельца шахты, живущего именно в этом доме. Тела других пропавших нашли лишь спустя много лет, из-за чего эти места с тех пор окружают множественно мрачные легенды. Убийца так и не был задержан. Меня тут, честно, интересуют 50-е годы 19 века, потому что 50-е годы 19 века, ну это типа 1950-й, после войны, или, наверное, они ошиблись, 18 века? Ну какие, блин, люди в цилиндрах в 50-х годах? Ну нет, не верю. Ладно, это что у нас такое? Зажигалка с Лениным? Where did he get that from? Зачем он хранил эту зажигалку? Это вообще был настоящий полицейский или просто ряженый шериф? Зажигалка с Лениным, вы серьезно? И с другой стороны, с гербом Российской империи? Типа, так коммунист, а так деникинец, а так коммунист, а так деникинец. Ну где-то так. Закончить осмотр, бросить. Выкинем зажигалку. А тут у нас чего? Ага, еще документация. А это что? В конце 19 века семья Хайдов юридически изменила фамилию на Стивенсон, чтобы перестать быть причастными к обвинениям против Джекоба Хайда. Что, блядь? Я что, должен поверить, что мы и Хайды одна семья? Бред полнейший. Да ну это очевидно. Мне бы рассказали такие подробности нашей биографии, так ведь? Да-да, рассказали бы, будь это правдой. А это неправда, это ахинея, выдуманная шерифом. Он хотел меня поставить, залезть мне в голову. Он вообще шериф, сука, я не понимаю, что происходит. Ну типа... Блин, значит, полиция подозревала Джекоба Хайда в убийстве Джона Нортона, а сына Хайда, Николаса, отправили в психиатрическую лечебницу. В своем дневнике он упоминал о 10 годах вдали от дома. Выходит, все это время он проходил лечение. Ну, во-первых, блин. Ну, типа, я не прочел. Так, читать. Номер дела, имя заявителя Чарльз Гредди, место происшествия Блэкстон, произошло убийство. Раненый мужчина, пришедший в гостиницу. Но это все я как бы был наблюдал. Так. Эта статуя выглядит знакомо, но я точно не припомню, где я ее видел. Точно где-то в доме. Это статуя Иисуса, что ли. Читаем. Дополнительный комментарий. В ходе обыска поместья Хайдов шериф и его помощник обнаружили тайную комнату над кабинетом. В этом темном помещении лежал несовершеннолетний сын Джейкоба Николас. Он съежился на полу и ни на что не реагировал. Установить контакт с ним не удалось. Возможно, он впал в ступор в результате жестокого обращения. Юный Хайд был помещен под присмотр психиатров, которые определяют направление его лечения. Шериф выдал ордер на поимку находящегося в бегах Джейкоба Хайда. Награда составляет $500. Ну ладно. Еще один секрет. Потайная комната в нашем доме. Надо посмотреть, что в ней. Этот урод мог там прятаться, когда мы переехали. Почему я раньше об этом не знал? Над кабинетом, да, они сказали? Типа тут где-то. Ну вот меня вот эта вот фигня напрягает. Потайная комната должна быть здесь. Осталось только вставить диск в нишу, как на картинке. Ну типа вставил. Ага. Так, читать текст. Часть текста невидимая. Как мне ее прочитать? Ночью, грянувшая днем, обдумают. В тени скрытая свет раскроет. В тени скрытая свет раскроет. С другой стороны ничего. Ну взять. А прочитать. Ну, здесь что-то нужно крутить, вертеть, да? То есть, вот этот круг не крутится, тут тоже как-то нужно составлять. Ладно, мне сначала нужно прочитать записку. О! Все ложится. Лампочка. Как... О! 1864 АД. Простите, и что мне это дает? 1864 АД. Ага! Так, значит... Значит, у нас должна быть АД. А вот эту фигню нельзя двигать. Ладно, А должна совпадать с Д. А, Б, С. Или А сверху должно быть, а Д снизу.
Наверное, а сверху все-таки вот АД и 1864, вот, да? Оно. Ага, блин. Оно так не крутится. Так, 1864, ну вот здесь, например. И А, совпадающая с Д. Ну вот. И что? И что из этого? 1864 АД. Ничего не открылось? Нет? Ну, а как тогда? Еще раз осмотрим записку. 1864 АД. Ладно, может быть, по нижнему кругу А с Д должно совпадать. То есть А, Б, С, Д. Ну, вот так. Ну, вроде тоже ничего. А, стоп, вот эту фигню еще можно двигать. Ё-моё. Ну, то есть, если вот так, потом вот сюда ставим 1864, а потом ищем А. Может, так. О, нормально, сработало. Так, похоже, это даты. Кажется, относится к какой-то букве. 1773 плюс С. 1773 плюс С. Давайте с первой буквой попробуем разобраться. Так, значит, выставляем сюда 1773. Блин. Ну, крутись. 1773. И плюс С. Блин, хрен его знает. И крутиться оно что-то не хочет. Что такое плюс С? Вот так. Буква Е. Ну, допустим. Первая Е. Запишем. Ай, так, сейчас сюда. Дальше 1823 плюс М. Па-па-пам-па-па-пам. 1823. Где оно? Ага, вот оно. 1823 плюс М. А где М-то? Вот здесь. 1823 плюс М. Типа G. Egg. Ладно, записали. Egg. А дальше 1410 плюс N. 1410, где оно? Блин, башкой это вертеть. Плюс N. Так, 1410 плюс N. Вот так. Эго. А сколько там всего? Эгоист? Может быть. Эго и... Блин. Эгоист. Где Т? Что-то, по-моему, тут нет вообще Т. То есть не эгоист. А что тогда? Динго. Эгоизм. Ага, вот оно. Вот оно чё, Михалыч. Вот оно чё. Эгоизм. Ну, я такой уже Шерлок, ничего такой. Быстренько соображаю. О, бухлишка. Не бухлишка. Это не простая побрякушка. Похоже, это можно куда-то вставить. Блин, это у русских царей такие штуки были. Ленин, герб Российской империи, штука русского царя. Как это, куда-то вставить? А, ну вот это Иисус. Вставь в Иисуса. Опа. Что происходит? Потайная комната в нашем доме, нужно проверить. Ага. Ну давай. Вот и нашли, вот и нашли. Что это за проклятое место? Что значат все эти символы? Ну типа... Типа комната ребенка, наверное. Мы же читали отчет. Мужчина в маске, теперь я знаю, кто он такой. Опа, в дом постучали. Кого же к нам принесло? У всех, кого я встречал, есть два лица. Одно человеческое, другое звериное. А здесь больше ничего нельзя отмотать. Я понял, что в дверь постучали. Ну, типа, я сейчас опять уйду, а меня потом не пустят. Я хожу в дальние путешествия, не двигаясь. Человек равно зверь. А, тут у нас чего?
Лжецы, воры, убийцы, фальсификаторы, монстры, садисты. Он и я. Мы оба видели через дыру в стене, что отец сделал с той дамой. Что-то мой отец сделал с той... Ну, его отец, точнее. Боже, отец запирал Николаса в темной комнате и морально издевался над ним. Хорошо, что он был не один. Но почему о другом мальчике так мало написано? Тут даже не указано его имя. Читать. Я столько раз извинялся, но отец говорил, что без наказания я ничего не пойму. Я все спрашивал. Папа, зачем ты делаешь мне больно? Он покраснел от злости и сказал, зачем ты продолжаешь делать больно нам? Я здесь не один, он тоже бродит по дому. Не знаю, нравится мне это или нет. Он не разговаривает, только улыбается. Я смотрю в пол и молчу. Он хорошо ко мне относится, не так, как я думал. Но, по крайней мере, теперь я хожу по лесам не один. Нельзя говорить отцу, а не то он рассердится. Короче, понятно, какой-то призрачный мальчик, как я понимаю. Я уже не маленький. Я не обязан слушать отца только потому, что он больше и старше. Я умный, у меня в голове много всяких идей. Я расскажу ему о них, пока мы сидели... Я рассказал ему о них, пока мы сидели вдвоем в темноте. Он сказал, что я болен. Ну и что? Может, я болен из-за того, что со мной сделал мир? Ночью мы пойдем в лес охотиться на опасных зверей. А я всегда говорил, люди лишь сраны из блев на полу. А согласен. Тут как бы особо ничего и не поспоришь. Тут у нас... Мы оба видели через дыру в стене, что отец сделал с той дамой. Нет ничего увлекательнее, чем охота на опасную дичь. Ладно, пошли дверь откроем. Кто там? Шериф пришел. За дверью кто-то стоит. Да я понял. Но что-то не видно, чтобы там кто-то стоял. По-моему. Или я слепой, или там никого нет. Катсценочка. И что тут у нас? Опа! КГБ. Чёртова КГБ меня поймала снова. Ну и куда? Где в этот раз я окажусь? Глава 10. Ну, в этот раз, ребятки, прям как-то очень мало получилось по главе. Ну все, 9 глава пройдена. Встретимся в 10. Спасибо, что смотрите. С вами был Морж. 10, это, как я понимаю, снова мы окунемся в ужин. В ужас! В ужин. А, жрать хочу. Вот и сижу, думаю про ужин. В общем, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. До новых встреч. Пока. Пока. Me allow, girl.